Итак, всем доброго времени суток. Это канал Трилобит Видео, рубрика «Консервы игрового мира». И мы сегодня с вами продолжаем вспоминать вселенную боевых роботов. У нас с вами игра Mech Commander Desperate Measures, дополнительная кампания к механическому спецназу, вышедшая в 1998 году прошлого столетия. И у нас с вами Операция 3, Миссия 4. Последняя миссия в сценарии дополнительной кампании. Начинаем. Ну, кстати, пользуясь случаем, хочется поддержать на, как бы, канал нашего такого активного подписчика. Канал называется Name Chester. Там тоже есть разные обзоры видеоигр, там флеш-игр, всяких приложений для мобильных телефонов. Так что подписывайтесь, смотрите его обзоры, видео. Я думаю, что каждый из наших зрителей найдет для себя что-нибудь полезное на канале Name Chester. Name Chester, имя Chester. Да, вот так. А у нас с вами... А у нас с вами 400 тонн весовое ограничение. Слава богу, нет времени на конкретное выполнение задания. Это хорошо. Так, что надо нам здесь, кстати, сделать-то? Ага. Mech Commander, оригинальная кампания, Операция 5, Миссия 5. Не вспоминать, когда Александрович забыл, что нужно делать по ходу задания, и он так увлекся ликвидацией Масакари, что потом вспоминал. Вообще, да, что нам на карте сделать. Так, а здесь у нас есть вообще такая интересная вещь, как это самое. Буровые установки. Буровые установки в точках альфа, бета, гамма и дельта. А, хотя нет, стоп. В точке альфа у нас... А, да, тоже буровая установка. Спрятанная. Господи, я смотрю, что у нас там найден. Спрятанная буровая установка в точке альфа. И такое. 2, 3, 4. Просто шикарно. Полковник Катар. О, полковник. Вспоминали имя полковника, да, Маркус Катар. Вот. И действительно, он за ягуаров, как это ни странно, играет. То есть мы в самом деле отражаем атаки ягуаров на планету. На планету Кармак. Напоминаю, что в оригинале мы сами все-таки воевали на за планету Порт-Артур. Да, мы отвоевали Порт-Артур ягуаров, а в этой миссии мы защищаем планету Кармак, на которую ягуары выстрелили. Так, у нас с вами 400 тонн. Да, слушайте, если там Ронин, Тандер, Перчик обязательно идет. Так, 245 тонн, да, у нас с вами остается. И что делать с таким супер вообще тоннажем? Вот. Так, если гоблина взять, что будет? Остается 65 тонн. Так, ну что, коллеги, я, конечно, дико извиняюсь, но нам придется с вами... Нового Кэт мы не увидим. This is Siren. Нового Кэт мы не увидим, хотя там 65 там осталось, This да? is Siren. Давай. Так, да, 65 тонн, то есть Мэтт Кэт взять лишний нельзя. Как нельзя, если, конечно, гоблина убрать. На толку, что берем мы гоблина 90. Двух маткета все равно у нас нет. Там их шадоу кэты. Путаю. Жизнь новый кэт, 3 новый кэт, маткет кэт. 75 тонн, да не, ну если мы, конечно, обескровим наших тяжелых роботов, то есть
не возьмем... Так, кстати, тут все идет. Если мы возьмем, например... уберем гоблина, у нас получится тогда только один тяжелый мех в команде. Будет не очень здорово. Так. Ну все. Да, конечно. Поддерживаем отечественную фантастику. Читаем книжки Ивана Белогорохова. Это сериал «Маска». «Маска Возрожденный», «Маска и война за господство», «Герои космоса». Также сборник интерписателя «Пять уникальных авторов». И «Милиционер социума. Ночная охота». Ну, можно, конечно, еще вспомнить «Прибытие на Марс» и «Пламя и лед», которые были написаны под псевдонимом Беров Иван. Ну, а также зайти на сайт любителей вампирской прозы и почитать произведение про киборг-вампиры Маску. Да. Канал Нейнчестер, привет. Тебя любит видео. Консервы игрового мира. Мехкомандер Desperate Measures. Операция 3, финальная миссия 4. Поехали. Commencing deployment. Mech warriors prepare for combat. Так, а вот дубина. Сейчас мы ее посмотрим на карте. Такая вот штука. У нас просто в прошлой миссии было временное ограничение, поэтому я извиняюсь, вот этот... Смотрите только. Такая музыка интересная. Из аркады 80-х годов, похоже. Да, кстати, сколько на ней пушек. Вот это гайпинище. Это как целый этот самый лекторный зал в институте. Амфитеатром зала решается. Вот это ракетницы. Ничего себе. Здесь кассет больше, чем у Топ-Лем. Вот это спецназовец, вот это воин, представляете, такая штука. Ну, кстати, в российской фантастике, по-моему, американской нет такого, конечно, гигантизма, а в российской фантастике есть про боевых роботов романы, можете посмотреть. Ну вот Андрей Левадный писал, да, вот у него нечто такое было, где он уже рассказывал, да, что... У него просто описан робот, который вообще просто вот, наверное... А вся вот эта туркина, да, вот своим таким тоннажем, да, массивным, она будет вот в размер пальца большой ноги того робота, который описан у Ливанова в произведении. Так что читайте отечественную фантастику, там действительно есть много чего интересного. Красиво все написано, на самом деле. Книжки Зайцева можете открыть. Вот. Сергей Зайцев, если не ошибаюсь, боевые роботы, пустоши, миры Салимана, ну как миры приключения Салимана Амахи. Кстати, в принципе, если читать его книжки, то вообще говоря, вот, мы, например, посмотрели данный обзор, да, и почитали про боевых роботов пустоши, да, грубо говоря. Вот я могу вам точно сказать, что вы не найдете вот слишком такой резкой грани в игровых вселенных, то есть настолько все вот у него точно и вот так очень красиво описано, что действительно считается просто как вы как будто вот не покидаете мир боевых роботов. Ну конечно, если там не будет внутренних сфер и кланов, пушечных ягуаров и машины названы естественно по-другому, там другие аббревиатуры, другие характеристики, но факт остается фактом, то что читая о мирах Battletech'а и играя в игрушку, вы действительно как бы остаетесь в одной игровой вселенной, и это очень даже хороший знак, когда книжка дополняет видеоигру, и наоборот, видеоигра помогает
может кому-то там найти новых авторов и приводит обычного любителя. This is Spike. My sensors have a new contact. В библиотеку, может даже в электронную. Тоже хорошо. Так, а у нас тут что? Я заболтался с вами. И пришли к какому-то забору. Так. Так, это дорога. Время точно было тут. I've got a new contact. Нет, кто тут взяла его? Ага, забор. Leave it to me. Acknowledge. I've got a new contact. Leave it to me. This has your name on it. Already taken care of. Take a shot. This is Ronan. I'm registering a new contact. This is Spice. My sensors have a new contact. I think I have a contact. Acknowledge. Goblin here. They're shooting at me. My sensors have a new contact. Already taken care of. I'm getting creamed. You gotta pull me out. Already taken care of. Enemy mech destroyed. Heavy hit coming up. Goblin here. They're shooting at me. Already taken care of. Already taken care of. Already taken care of. Goblin here. Oh man, I'm taking serious damage. Already taken care of. Acknowledge. Goblin here. They're targeting me. This is Spike. I'm taking hits. Already taken care of. This is Spike. That takes care of him. Реально негодяй. Так, а тут у нас будет. Стоп, все стрелять. У нас теперь пробный. Yes, sir. Ronan here. We've got the building. The enemy is engaging me. Acknowledged. Roger that. Roger that. Acknowledged. Roger that. Roger that. I've taken a heavy hit, sir. This is Ronan. I'm taking incoming fire. Leave it to me. Already taken care of. Acknowledge. Acknowledge. Already taken care of. Already taken care of. Already taken care of. The enemy is engaging me. Already taken care of. That takes care of him. Leave it to me. Already taken care of. 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 Acknowledge. I'm taking incoming fire. Ronan here. Enemy mech destroyed. Already taken care of. Enemy mech destroyed. Hey guys, watch this shot. Roger that. Repair complete. My refit is complete. Okay, I'm on it.
Да, тебя хорошо, настрелял. Repair complete. Sir, I think my refit's complete. Так, почти просто ранен. Ладно. Так, на Роне начни или кого еще? Там, там, давай. Acknowledged. Repair complete. My refit is complete. Good thinking, I'm on it. Repair complete. My mech is bright and shiny. Так, сэр, на тебя что? Да, там. Сэр, а, вот тебя... Так, ладно, пойдем. Так, починились. Починились, все классно, все сведено. Нет, починились. This is Ronan. I'm registering a new contact. I'm reporting a new sensor trap. Вот это ничего себе. Вот это ничего себе. Шикарно просто. В кавычках. Ronan here. I have a new contact. Конечно, да. У тебя новый контакт. Это сейчас будет большая проблема. Так, слушайте, дайте-ка я... I'm Spike. My sensors have a new contact. Роботов. Так, сейчас всех сюда берем. This is Ronan. I'm registering a new contact. Yeah. Так, кто у нас тут? Так, все. Так, и все. Молодцы. I've got a new contact. Замолчи. Ну как не замолчи, конечно, мы рады тебя слышать. В любом случае. This is Ronan. I have a new contact. Да, я вижу, что у тебя новый контакт на сенсоре. Already taken care of. Acknowledged. Yes, target destroyed. Already taken care of. Leave it to me. Yes, target destroyed. Here we go. Leave it to me. Ronan here. I'm taking incoming fire. Already taken care of. I'm taking enemy fire. Minus one enemy. Ronan here. I'm registering a new contact. I'm Spike. I've got a new contact. Leave it to me. This is Spike. Minus one enemy. Goblin here. Target destroyed. I'm taking fire. This is Thunder. I'm reporting a new sensor trap. Shit. Thunder here. I'm taking enemy fire.
Already taken care of. They're targeting me. I'm taking incoming fire. This is Thunder. I'm getting pretty battered. Yes, target destroyed. Already taken care of. Leave it to me. Already taken care of. Acknowledge. Thunder here. I'm taking enemy fire. Already taken care of. I'm taking hit. Already taken care of. Already taken care of. I'm taking incoming fire. My mech's coming apart around me. Acknowledge. Already taken care of. Goblin here. They're shooting at me. I'm taking enemy fire. Already taken care of. Already taken care of. Enemy mech destroyed. Acknowledge. Already taken care of. I'll make this hurt. Acknowledge. Goblin here. They're targeting me. Leave it to me. Already taken care of. Acknowledge. It's history. Already taken care of. Already taken care of. Already taken care of. Acknowledge. Already taken care of. Already taken care of. Goblin here. Sir, I can't get there from here. Already taken care of. This is Thunder. It's rubble. Already taken care of. Already taken care of. Here we go. Here we go. Leave it to me. Already taken care of. Yes. Target destroyed. Thunder here. I'm taking enemy fire. I'm taking incoming fire. Already taken care of. Thunder here. I'm getting pretty battered. You're gonna feel this. Какой кошмар. Acknowledge. Already taken care of. Already taken care of. Acknowledge. I'm taking enemy fire. Siren here. I can't get through here. Already taken care of. It's rubble. Time to die. I'm taking incoming fire. Already taken care of. Already taken care of. Acknowledge. I'm taking fire. I've got a new contact. Leave it to me. Siren here. Yes, target destroyed. I'll take care of it. I'll take care of it. Already taken care of. Acknowledged. I think I've got it. This is Spike. I've got a new contact. Acknowledged. 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 Already taken care of. Almost all my weapons are out. Damn it, I'm out of ammo. Target destroyed. Acknowledged. Leave it to me. Already taken care of. Already taken care of. I'm Spice. Так. It's history. Вот наша супер дрель. Ancient drill. Acknowledge. Mission objective Already taken complete. Care of. This is Thunder. It's rubble. Already taken care of. Acknowledge. Goblin here. Target destroyed. Here we go. Эй, господи, здесь тоже есть эта штука. Вот это да. Вот это нас хорошо здесь накрыло. Так. План действий. Только один план действий, где ремонтный бокс ремонтироваться. И как жаль, что он у нас полусевший и антисептик.
гады, не те, кто здесь поставил такой сюрприз, да, на крафте, то есть. А гады именно те два робота, которые все-таки нас догнали, несмотря на то, что я пытался уйти от их преследования, они все-таки нам зашли в тыл и постреляли так настойчиво из орудий дальнего радиуса. Петушек молодец. Так, гоблин просто тупо без патронов. Почему? Рейлган. Ну ладно. Так. Гоблин молодец, да. Рейлон, конечно. Мэткэт. Эй, кукер, эй. Ну и зачем? Нет, Мэткэт, кстати, хорошая вещь. На самом деле. Когда-то Мэткэт очень стремился, мы его захватывали, просто стремились к захвату именно этого рода. А сейчас представляете, Туркина. I'm Spice. I've got a new contact. Ну вот за всю компанию 10 лет мира, собственно, как я вам и говорил, Туркина будет только последний. I have a new contact. Пара-тройка миссий. I think I have a contact. Если, например, вы захватите Туркину в трофей только вот на данном задании, на данном этапе, то, конечно, это вам погоду не скрасит, поскольку насладиться всей прелестью боевого робота не успеете банально. Так, ну мы уже в это кольцо прошли. Да, так интересно здесь. Попутешествовали, постреляли в нас, постреляли. Так, у бокса вообще ничего. Перезаряжаем гоблина сейчас по-быстрому. Чиним Ронина. Здесь хотя бы что-то будет таким образом. Так. Да. Как нам сейчас лучше сделать? Зарядить гоблина. Зарядить гоблина, действительно. Это будет хороший вариант. Ящика пока не будем трогать, она нормальная. Гоблин, прицел, тебе просто нужно зарядиться. Ты не поврежден, ты просто спокойно. Окей, I'm on it. Давай. Это будет ремонтного бокса, почти ничего не стоит. Repair complete. Sir, I think my refit's complete. Молодец. Молодец. Так, ящика мы не трогаем. Так, Ронин, ты у нас как? Yes, sir. Быстро ремонтируйся. Сэр, спасибо. Ай-яй. Repair complete. My refit is complete. Новости тревожные. Дандер вперед. Acknowledged. Repair incomplete. Понятно. Такие вот у нас подсказки на крафтесне. В принципе, как бы сейчас у нас получается в зоне риска один пилот и один робот. Да, не очень хорошо. Так, что мы хотим здесь сделать? Мы хотели тут пока что встать аккуратно. Кстати, откуда мы с Акари с Мэткэтом пришли? Мы же, по идее, их уничтожили, что-то поняли. Через базу. Ремонтную, типа. Так, стоп. А вот, кстати, единственное, что находится. Три. Очень же интересно. Так. Ой, мы тебя починили. Ты у нас будешь разбить. Пошли. Ну хотя бы мы с вами это самое. Слушайте, а вот кое-что смутное. Roger that. This is Ronin. I'm taking incoming fire. Yes, sir.
We've got the building. Roger that. We've got the building. Только починился. Знаете, какое ощущение? То есть секретная буровая машина находится где-то здесь, в лесу. Нет, я действительно не знаю, где на самом деле. Это да, где я не знаю, мне кажется, она в лесу где-то находится. Да, так что вот так. Хорошо, хорошо. Так, смотрите, здесь сплошной лес. Слушайте, а это разве не тот самый полковник Катар? Катар Стултулкина, Long Tom Railgun, вот это да. Это полковник Катар. Вот это да, сам полковник Катар, мы его уничтожили, это хорошо. Мы с вами уничтожили самого полковника Катара. Так, Форест. I'm reporting a new sensor track. Ronin here, I'm registering a new contact. Ronin here, I'm taking incoming fire. Так, ребята, убираемся, даем отпор. Там их не отстоит. Already taken care of. Acknowledged. Already taken care of. This is Ronin. I'm taking incoming fire. I'm psyched. I'm out of ammo. I've taken a heavy hit, sir. Ronin here. I'm taking critical damage. Leave it to me. I'm psyched. That takes care of him. Already taken care of. Mech destroyed. I've got the bead. Постреляли, не сюда. Дали не свои. Так. Ну, значит, где-то в лесу, я же говорю, что она где-то в лесу. Вот она. Engine drill. Такое разломище, просто супер. Roger that. Acknowledged. Yes, sir. Roger that. Roger that. Roger that. Roger that. Roger that. Acknowledged. Roger that. Roger that. Mission objective complete. Roger that. Ronin here. Target eliminated. Thanks. Das. Мы уничтожили главного босса каким-то чудом, причем даже не смаканули в момент. Не акцентировали, что нужно Туркину взять трофей. Катар с Туркином. Нет, у нас есть Фьюриз Вулчер, это шикарная вещь на самом деле. Мы получили Вултура Катерину Фьюри, это я думаю достаточно за это понимание. Так. В принципе, был один короткий выстрел. Так. I'm registering a new contact. Ronin here. I'm taking incoming fire. I'm taking critical damage.
Давай, давай. Нет. Быстро я сказал оттуда. Быстро. Кто это? Слушай, что за ерунда? Прыжок. Прыжок, быстро. Прыжок, быстро. Отсюда, быстро прыжок. This is Ronan. I'm registering a new contact. Already taken care of. Already taken care of. This is Thunder. One less enemy. Да. Ёпта. Ай. Не так мы сегодня все это дело, а войдём. Вперёд. Ребята, нам еще чтобы две базы повреждений у роботов просто колоссальнейшие. У нас один мех, все, Ронин может сказать, что все уже. This is Spice. My sensors have a new contact. Я знаю. Ронин виден из строя до конца игры. Гром и сирена на грани фола, что называется. Здесь только два тяжелых меха. Но они фортифицировать крепость не смогут с такими пушками оборонительными, которые тут есть. Это даже для них будет невозможно. Просто разорвут. Already taken care of. Acknowledged. Already taken care of. Already taken care of. Acknowledged. Leave it to me. Already taken care of. I'm Spice. Minus one enemy. You're gonna feel this. Changing attack range. This is Siren, changing attack range. I can't get through here. I'll take care of it. Siren here. I can't get through here. I'll take care of it. Changing attack range. I can't get through here. I'll take care of it. Sir, building captured. I'll take care of it. Sir, building captured. Siren here. Can anyone confirm that new contact? This is Siren, sir, building captured. Repair complete. Sir, my refit's complete. Roger that.
нахуй, скажи, вот ты падаешь. Вперед, дальнюю базу. Да, вот такую башню мы бы с такими ранениями роботами не захватили. Нас бы здесь просто прибили кучу. Это даже не обсуждается. Вперед. Починилось. Там, да. Already taken care of. I'm reporting a new sensor track. Already taken care of. Acknowledged. Roger that. Repair complete. My refit is complete. I've got a new contact. Дураки. Что мы с вами делать, а? Я пошел быстро. Туда. Давай снять это, заново. Я тут мы так шикарно в турели попали. Там мы все шикарно обстреляли. Нас обстреляли, потом не обстреляли. ППХ забыли, как главного босса победили. Мы его суперроботе строим там. Acknowledged. Давай, Ронин. Это мы не пропустим, как ты ремонтируешь, чтобы посмотреть. О, как хорошо, когда робот чинится. Ремонт докси. I'm Spike. My sensors have a new contact. My refit is complete. Okay. Good thinking, I'm on it. Давай, доки. Как классно прошло. Repair complete. Bright and shiny. Уверен в этом, что он shiny. Так, мы даже можем... This is Spice. I've got a new contact. Ладно, просто так, стоп, мы тут перезвикнемся, пока кахоти нет. Не будем рисковать? Yes, sir. Да, не будем тобой рисковать, гоблин. Ну что? Так. Хотя стойте. Сайрон. Просто сидим, она, во-первых, не может, во-вторых, она может прыгать. И в случае нештатной ситуации мы можем и отыграть назад. I think I have a contact. This is Spike. My sensors have a new contact. Acknowledged. Leave it to me. Leave it to me. I'm Spike. I'm taking hit. I've got a new contact. Ronin here. I'm taking incoming fire. I'm registering a new contact. Already taken care of. Goblin here. I'm getting creamed. You gotta pull me out. This is Thunder. I'm reporting a new sensor track. That one's history. Take the shot. I have a new contact. Already taken care of. Acknowledge. I'm Spike. I'm taking hit. Already taken care of. Already taken care of. Mech destroyed. Here we go. This is Thunder. I'm taking enemy fire. Already taken care of. Acknowledge. Already taken care of. I'm taking incoming fire. I'm registering a new contact. Enemy mech destroyed. Already taken care of. Already taken care of. I think I have a contact. My sensors have a new contact. Already taken care of. Already taken care of. That one's history. Here we go. This is Ronin. I'm registering a new contact. Никаких new контактов. Так.
Пичкову чинить все. Перчик и так, это стоп, перчик и так. Тандер, не чинись ты. Already taken care of. Давай, тандер, не чинись. Repair complete. My refit is complete. Откатов начнут починить. Roger that. This is Thunder. There's no way through here. Ну, конечно. Repair complete. My refit is complete. Я тебя понял так. Good thinking. I'm on it. Давай. Так, приседайся. Так. Repair complete. Bright and shiny. Обожаю эту лопатку. Там же шикарные вещи тут кино. Хороший. Поддерживаем кино. I'm registering a new contact. Шикарно. Как мы хорошо его вообще захватили вот, в начале игры. Была супер вещь. Так, стоп. Что с вами такое? My sensors have a new contact. Кто бы сомневался? Так, new contact нам сам придет. Идти к нему, к new contact. Так. Already taken care of. Acknowledge. This is Spice. It's history. I think I've got it. This is Ronan. I'm registering a new contact. I'm reporting a new sensor track. Гидропоникс фасилити. Это вот здесь китайцы выращивают овощи. Конечно, нормально все. Все хорошо. Но мы обидеть не хотим. Ну реально, гидропоникс фасилити. Можно все перевести по-разному, но... Стоп. Ну хочу такое, так не знаю, что это такое. Так, ну постреляй. Acknowledge. Already taken care of. Thunder here. It's rubble. Ну. This is Thunder. I'm reporting a new sensor track. There's a minefield here. I'm taking enemy fire. Already taken care of. Acknowledge. Siren here. Got him. I got him. Все. Где-то едет еще второй. Негодяй. Негодяй номер два. Leave it to me. Acknowledge. Так, промазал бомбу. I'm fight. Minus one enemy. Already taken care of. Acknowledge. Joblin here. Target destroyed. Leave it to me. I've got the bead. I can't move. Mission objective complete. This is fight. It's history. Минус. Не очень красиво, но одолели. Так. Говоря, Сиренка, прыгай сюда. Я думаю, что здесь внутри есть минное поле. Зачем я плачу, где рассмотрю шахту? Я охранял. Так, а вот если не сюда, придем, откроем карту вот здесь. Siren here. Can anyone confirm that new contact? Да, просто шахту. Назад я сказал. Сирена. Что-то нет. Ну вот это зря. Джентльмен, куда там? Already taken care of. This is Siren. I'm taking fire. Acknowledge. I'm fight. It's history.
Acknowledge. This is Spike. I'm getting chewed up. I'm taking enemy fire. Already taken care of. Already taken care of. Acknowledge. This is Siren. Mech destroyed. Goblin here. They're shooting at me. Acknowledge. Acknowledge. Already taken care of. He's going home in his shoebox. I think I've got it. Гоблин, у тебя 5 патронов, да что мы с тобой делать? А хотя стоп, мы тебя можем зарядить, между прочим. Кстати говоря, гоблин, ты можешь зарядиться. Да, в ремонтном боксе еще что-то осталось. Это новости хорошие. Yes, sir. Yes, sir. Сирена, ну помашь сюда. Repair complete. Sir, I think my repair's complete. I'll take care of it. I'll take care of it. I'm reporting a new sensor track. Yes, target destroyed. А вот так уничтожались Мэткет и его товарищи. Там это бесполезно. Да, второго ремонта бокса здесь нет. Правильно. Вот жаль, как жаль так. Что у нас тут такое интересное? Ладно, поставим. Я предлагаю починить там. Страна вообще странная, потому что мы бросали сенсоры не пробуем сюда на карту, мы видели вражеских ников. Если там тоже базу охраняют. Один Мэткэт, три новых и два утра на стрелятника. У нас дела будут не очень хорошо. Repair incomplete. Спасибо, вообще, конечно, разработчикам отдельная благодарность за полностью заряженный ремонтный бокс. Супер. Можно было сделать один ремонтный бокс на всю карту, но это не повод. Чем несколько, но они зато бесполезны, потому что на 70 расходов. Так. Так. И что мы делаем теперь, хорошо, вот так? Так, сюда я предлагаю встать. Acknowledge. Давай встать сюда. Такс. Дельта. Нам бы, конечно, по-хорошему открыть карту, на самом деле. Так, давай-ка Ронин. Хотя нет, у тебя жизни мало, сирена пошла. Нам бы по-хорошему, конечно, карту открыть. До конца открыть карту. Так, вот сюда. И пальцы. Нам бы открыть карту. Какие-нибудь дальнобойные роботы, типа турбина, перчинки, вытащить просто пушки с дальней позиции, не заходя на базу, это как вариант, кстати.
говоря, если нам сплезет с повреждением, все ресурсы карты мы уже не использовали. Вот. Честно говоря, надеяться на сюрпризы не очень представляется возможным. А миссию завершить надо. Хотя да, нет, есть такие тактические ходы, то есть, например, когда нужно что-то уничтожить, захватить, не обязательно прямо идти на базу, разрушать, так часто все ликвидировать. Можно проявить элемент тактики и банально уничтожить цель, разрушить заданный объект, завершить кампанию, и это будет намного проще, быстрее и эффективнее. С другой стороны, конечно, это мастерства не дает. Ну? Так. О, какие тут есть. Она такая длинная. Так очень даже нехорошо, но я сказал так. То есть с этого конца базу не взять. Обойти ее нельзя, на самом деле, это уже конец карты. This is Siren. I'm getting battered, sir. Ejecting. Да, слушайте, вот это засада. Сирена катапультировалась, замечательно. Вот это засада. Как нас там поджидали? Просто супер. Там и сенсоры. I'm registering a new contact. Слава богу, что не убили кого-то. Это уже хорошо, что мы живы. Сирена, молодец. Конечно, нам это не красит мастерства, потому что катапульты есть, это очень плохо, в принципе. Прохождение их командора так полузачет, да. Already taken care of. Acknowledged. Already taken care of. Acknowledged. It's rubble. Rubble. Already taken care of. Acknowledged. Три гутера, это конечно круто, мы попали. Already taken care of. Acknowledged. Target eliminated. Already taken care of. Heavy hit coming up. Acknowledged. Already taken care of. This is Thunder. It's rubble. Already taken care of. Already taken care of. Acknowledged. Already taken care of. С вами прошли вот сюда. Да. У нас артиллерии не осталось. Мы не знаем, кто сидит на базе. Ронин, пойдешь ты? Ну, здесь, конечно, штурм фортификационных укреплений. This is Ronin. I'm taking incoming fire. Так, коллеги. А
Вот в чем прелесть сирены, да, была? Ее прелесть была в том, что, по-моему, он был оснащен достаточно блестящим ловушку, но, наверное, рабочие игры подставят. Так, но тем не менее, мы видим укрепление врага. Вот они дрели. Где контроль пуши? Вот он. Раз. Два. Да. У нас есть только Ронин. Что мы должны еще сделать? Без вариантов. Пройти и захватить его. Ronin here. The enemy is engaging you. Roger that. Acknowledged. We've got the building. Roger that. Acknowledged. We've got the building. Acknowledged. Repair complete. My refit is complete. Yes, sir. Roger that. Roger that. Acknowledged. Roger that. Roger that. Roger that. Roger that. Сюда. Roger that. Acknowledged. Ronin here. We've got the building. Ronin here. I'm taking incoming fire. Ronin here. I'm registering a new contact. Already taken care of. Already taken care of. Already taken care of. Already taken care of. Sir, I can't get there from here. This is Ronin. I can't move through here. Take a shot. Sir, I can't get there from here. There's no way through. Sir, I can't get there from here. Sir, I can't get there from here. Goblin here. Sir, I can't get there from here. Ronin here. I'm registering a new contact. There's no way through here. There's no way through here. Goblin here. Sir, I can't get there from here. Do what I can, sir. There's no way through here. This is Thunder. There's no way through here. Yes, sir. Sorry, I can't do that. Time to die. Already taken care of. Repair complete. My refit is complete. Already taken care of. Leave it to me. This is Ronin. I'm registering a new contact. This is Thunder. It's Rubble. Leave it to me. It's history. Already taken care of. Leave it to me. Already taken care of. Ronin here. I'm taking incoming fire. Already taken care of. Already taken care of. Already taken care of. Enemy mech destroyed. Acknowledge. Got the beat. Already taken care of. Already taken care of. This is Thunder. I'm taking enemy fire. Thunder here. I'm getting pretty battered. Roger that. That one's history. Already taken care of. Так,
Already taken care of. This is Spike. I'm getting queued up. Roger that. Roger that. The enemy is engaging me. Roger that. Roger that. Enemy mech destroyed. Complete. My refit is complete. Roger that. Here we go. Слушайте, а вот это мы теперь. А вот это нам повезло. А вот это повезло. Ну, зрители канала Тайланд Видео видели чудо игровой вселенной Battletech? Нет, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Roger that. Вообще, конечно, от пылесоса такую карту с такими ловушками, с такими постами, конечно. Вот это вообще жесть. Repair complete. My refit is complete. Да, ребята, это хорошо. Так, станьте там герой. Ладно, это, конечно, не герой. Во-первых, стены молодец, что катапультировалась. Во-вторых, чудо игрового мира. Смотрим на показатель жизни. Просто один грамотно он отошел. Молодец. Молодец просто. Похуже бы сыграли. Сейчас было бы у нас две смерти по ходу прохождения. Это был вообще позор. Две смерти катапульта — это просто никуда не годится. Считайте, мне ни зачет, ни миссию не прошли, считайте. А так, я считаю, что это очень классно. Так. О, слушайте, класс! Ну, вообще шикарно! Мы какую-то виртскую туркину захватили. Вирт. Знаете, такой вирт, но мы захватили его туркину. Вирт, туркина. Это вообще супер. Это мы, получается, захватили туркину второго босса в этой миссии. То есть, как бы, если первого босса мы накрыли вот здесь, то случайно, это Катарс, полковник Катар, вообще главный злодей в игре. Вот, а это какой-то вирт. Вирт, Чуркина. Да, мы ее захватили. О, Т-болт. Вот это да. Конечно, эффективности от такого оружия никакой, особенно на ближней дистанции. Но что делать? Так, а вот это у нас наши герои. Это Спайс, Туркина А. Туркина Б. И гоблин Маулер, ужасающий. Вот они, герои нашей компании. There's no way through. Канал Трилобит Видео. Консерв игрового мира. Мих Командер, Desperate Measures. Операция 3, миссия 4, финал игры. Вот они, герои. Каналу Name Chester привет, всем подписчикам тоже привет. Подписываемся, ставим лайки, читаем книжки Ивана Белогороха. Обязательно поддержите Александровича, поддержите отечественную фантастику. На Литресе смотрим, читаем. Это «Маска. Война за господство», «Маска. Возрожденный», «Герои космоса», «Милиционер социума. Ночная охота», «Пять уникальных авторов». Ну и также почитывайте книжки Ивана Перова. Это «Пламя, лед» и «Прибытие на Марс». Вот. А мы с вами завершаем Мих Командер Desperate Measures, как бы, ну, как мы завершаем основной сценарий. Здесь, в принципе, на той версии игры, которую я смог найти, да, на своих полках архивных с видеоматериалами прошлых лет. Здесь, в принципе, есть еще несколько таких вот таких бонусных, скажем так, фишек. Ну, в самой игровой кампании я вам их покажу. Это будут у нас отдельные ролики. Кстати, там будет тоже такой интересный момент. Увидеть вообще такую потрясающую вещь, как 4 туркины в одной миссии. Вот. Но это все будет нормально сделано, без кодов, без взлома. Просто надо по одном месте щелкнуть мышкой. Нужное место экрана. Покажу все, расскажу. А пока можно подвести такие небольшие итоги. Я считаю, что мы сами неплохо кампанию прошли, учитывая, что ваш покорный Александрович эту игрушку проходил второй раз в своей игровой жизни.
Вот, в отличие от того же мехкомандера оригинального сценария, когда я там уже не раз пятый вместе с вами это дело вспоминал. Вот, была такая хорошая игра в моей молодости. Вот, как молодость, я думаю, что много кто успел в нее поиграть, в принципе, не так уж давно вышло, где-то примерно ей. Где-то 20-20 лет, это, в принципе, не такой большой возраст. Это не Digger, да, компания Windmill, который вышел в 85-м, что ли, 87-м годах прошлого столетия. В принципе, я уже говорил, что здесь, в отличие от основного сценария, более так детализованная прорисовка объектов, очень такой интересный ландшафт, то есть гейзеры, вот леса такие классные просто сделаны, да, вот действительно леса просто, ну, похожи на Сибирь, на, вот, на русскую такую тайгу. Это вообще супер, то есть как будто, так, такое ощущение, как будто у нас где-то мы воюем где-нибудь там, не знаю, там возле Стерлитамаха где-нибудь. Ну да, есть такие ощущения, что да, как бы российский спецназ 3000 года борется за ресурсы, вот супостатские буровые скважины уничтожаем. А вот это спецназовцы будущего, да, такие мощные машины под управлением тактиков, типа нас с вами, которые вот следят из космоса за действиями солдат и направляют, дают им указания ценные. В принципе, все очень хорошо сделано, действительно, как бы роботы нарисованы просто. На мой взгляд, даже вот сейчас ее, эту игру смотришь, играешь, действительно просто получаешь удовольствие. От процесса, от декорации, от графики. Я говорю, несмотря на то, что этой игре 20 лет, она, кстати, может пойти практически на любом современном компьютере, поэтому можно смело ее ставить, не заморачиваясь вообще, какие системные требования, сколько чего будет. Кстати, если кто-то занимается параллельно другими там работами, ну, там, занимается какими-то расчетами там, и еще просто в компьютере открыто много окон, мехкомандер у вас сильно ресурсы не съест. Поэтому спокойно можете эту игрушку вставить. Я, в общем, ставлю мехкомандеру Disparate Mirrors, как и оригинальному мехкомандеру, высший балл, на самом деле. Вот, рекомендую всем эту игру. Надеюсь, что вам понравилось смотреть наши обзоры. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. У нас еще будут самые интересные видео. Ну, забегая вперед, скажу, что в планах есть вспомнить миры таких игр, как Ryzen 2, 3, немножко заглянуть в гости к Джорджу Лукасу в мир Звездных войн. Конечно, Warhammer, знаменитый Warhammer 40-тысячный. И его такие вообще вот мощные такие стратегические кампании, особенно в Dawn of War 2, где просто прорываешься через набор миссий, нескончаемым потоком они на вас сыплются. И мы, конечно же, все это дело с вами вспомним, посмотрим. Я думаю, что в ближайший месяц-два вы на нашем канале увидите. Так что подписываемся, остаемся с нами. Канал Трилобит Видео всегда рад новым подписчикам и, естественно, своим постоянным зрителям. Name Chester, тебе привет. С завершением вас всех компании их командир Disparate Measures. А мы переходим к статистике. I'm on it. Good thinking, I'm on it. Mission objective complete. Mission successful. О, и всего $1,004. Commendation for low drop weight. Это супер. О, слушайте, ну, просто класс. Слушайте, а вот это реально класс. Смотрите, какой у нас вообще финал игровой кампании. У нас по ходу данного прохождения с целых 3 пилота получили повышение. Причем, смотрите, у нас Сирена имеет статус ветерана. Кстати, очень хорошо себя показала. Начинала едва ли не вообще с новичка. Да, мы с вами помним, мы ее наняли в торговом зале. Причем далеко не с первого месяца с нами.
И я считаю, что неплохо она себя показала, тем более не каждый раз мы играли, она тоже получала ранение, у нас сидела, отсиживалась, да, лечилась в ангаре. Вот. Ронин. Наш герой, просто сегодняшний герой, потому что досталось ему нехило, и видите, вообще одно деление жизни отделило просто на наш успех от нашего провала. Вот, ему тоже как бы как пилоту, как такому игровому персонажу спасибо. Я думаю, что вам было интересно следить за его манерами, за его игрой, ну как бы за его откликами нашей команды. Вот, перчинка, спайс. Несмотря на то, что немножко на ней так пошутил, посмеялся, да, когда мы рассматривали главное меню у них команда Discrete Measures, тогда как немножко были такие шутки в ее адрес, показала себя очень хорошо, причем она у нас управляла различными роботами, и легкими, и маулером ужасающим, и, по-моему, даже на муторе успела покататься. И завершила она, в общем, пилотированием шикарного такого 95-тонного омнимеха Туркина Б. Просто с зубодробительным вооружением, причем показала себя с лучшей стороны. Это как в оригинальном их командере Виксен на Овсене, на великолепном. Когда она с одного выстрела выносила вражеских мехов, причем в самые такие нужные моменты. Вот примерно перчинка. Она у нас получила элитный статус. Кстати, напоминаю, что в этой игре элитный статус пилота самый высокий, то есть выше нет. В мехкомандере 2, кстати говоря, во втором мехкомандере есть ранг аса. Я думаю, что мы, может быть, где-нибудь в конце мая месяца доберемся до мехкомандера 2. Вот. Или, может, раньше доберемся до него, не знаю. Посмотрим. И там, естественно, таблица о рангах тоже будет пообширнее. Мы там, в общем, все посмотрим. А пока что еще раз всех поздравляю с завершением. Мехкомандер Desperate Measures. Не, мне нравится такая статистика, вообще шикарно. Мы, кстати, захватили Вирс Туркину, вторую Туркину, второго босса во всей игре. Шикарно, у нас всего таких роботов, по-моему, ну, два точно есть в трофеях. Вот. Так что, все классно. Смотрим Трилобит видео, подписываемся, ставим лайки. Всем привет, пока, оставайтесь с нами.